Итак, всем привет, с вами я, Нези. И да, вы не поверите, а нет, со мной... Ой, тихо, не надо, у меня сейчас начнется эпилепсия. А, господи, да, это полковник Кастрюля! Привет, ребята! Господи, его долго не было. Он играл в бесконечное лето, чуть не вскрылся. Да. Пошли. И, собственно, сейчас мы найдем ему ружье, чтобы отбиваться от этой крысы самой. Рейк, помнишь, да, брат? Да, Рейк, это вообще олдскул. Олдскул, да. Да. Слушай, я бегу так еще странно очень. Как будто бы в столовку школьник за пирожками, короче, типа. За пирожками? Блядь, ебаный в рот. На, вот, бери. Ай. Вот, я, кстати, не помню, что мы с тобой играли и здесь брали эти. А потому что я вот когда начал играть активно, вот я начал находить... Mm-hmm. Собственно, сколько рейк мультиплеера-то не был? Да хрена серийка. Да. Я блин, сейчас... мы камеры с тобой не взяли, слушай. Да не, у меня есть камеры, просто мы в определенное место поставим, чтобы взъебать этого карлика. Блин, он не карлик, он даже выше нас ростом. Так, на тебе потрошки, бери. Сейчас, подожди, вот я все взял. Угу. Так, не, сюда нам пока не надо. Нам нужно взять капканчики. А где капкан? Вот. Ой, капканчики. Капканчики, пойдем за мной. Канканчики нам, слоновые надо взять. Как-то. Вот, собственно, вот там капканы, я уже выучился, местность тут. Да? Тут домик. Так, по старой дружеской схеме возьмем. А, так, ой, ты берешь... Кека. Вот, бери капкан. Слушай, это не дом Кека, случайно? Нет, это не дом Кека. Значит, пойдем за мной, чай, я все тебе покажу, я расскажу. Как ставить капканы. Пока не надо, не трогай вообще. Ладно. Держи пока только снайперскую винтовку. А, блядь! Сука! Ебать! Я за ним бегу. Давай, беги. Где этот пидорас? Бегу. Где этот гомосексуалист мышиный? Я, блядь. Сука. Ладно, похуй, пошли за мной. Подожди, стой. Сейчас. Да насрать на него, пошли. Блин, я обосрался, когда... Все равно схватим его за яйца потом. Ой. Капканами яйца падут его в капкан, захлопнутся. Вот, знаешь, это сопля из носа улетела. А, вот, болото Кека. О, кековское болото, точно. Так, значит, так, тут нам что нужно? Нужна снайперская винтовка, пойдем к пердящему дереву. Пойдем, я помню его, кстати. Да, это как газонокосилка у меня на даче, у соседей. Также. Вот, блядь, не дают поспать нахер утром. Вот да. Начинают тут... Я никогда не любил газонокосилки. А, особенно, когда тебя заставляют газоны косить. Да. Господи, это кабан. Бля, я обосрался. Ну, у Рейка они как-то быстрее шаги. Ну, какие-то... знаешь, а Рейк, он такой... А да. Кабан, он... Чик-чик-чик. Кабан так помедленнее по кайфу ходит. Ну да, кайфует, сидит такой, низкополигональные текстуры, ой, модели. Ой. Мыльные текстурки. Ой, сейчас практически дерево будет. Да, во, где оно тут? Сейчас вот. А вот это. Да. Нет, еще рано. Нет, это банк сыпется. Слышишь? О, да, пердящее дерево. Все. Оно попердывает, короче. Хотя тут деревьев нету, откуда здесь? Не, они наверху там. Так, значит, снайперку ты берешь, да? Ну, я не знаю, не знаю, смотри сам. Могу я, могу не я, как бы... Ну на, бери снайперку. Ты уверен? Да. Прям уверен. Ну, удалить из друзей! Ну ты индейец, я... Смотри, бать, какая нога. А, да, я помню ее. Смотри, тут какая пиксельная кровь. Да. Ой. Ну все, нас сейчас отмудохают. Бежим. Бежим отсюда. Я слышу, как кто-то храпит, короче, у меня здесь. Храпит? Угу. Вот им. Так. О, во, видишь пердящее дерево? А, точно. Стой, подожди. А какой из них именно пердящий? Вот видишь, вот это, которое, на котором мох вот этот вот. А, это оно пердящее? Наверное. Я не знаю, ну где тут. Оно где-то пердит, короче. Да. Попердывает. Даже старенький дедушка не издает таких звуков, как это дерево. Это дерево так помоложе.
Да. Ебоши дабстеп. Анусный дабстеп. Ну, блядь, дедушка потому что издает хард-метал, блядь. А это дабстеп какой-то ебаный. Слушай, а куда мы бежим? Мы бежим в лагерь. Что там, покушать возьмем, все такое. Тоже хорошо. Да, это хорошо. Блять, вот меня все время напрягало, почему у кабанов, блять, светятся глаза белым. Им что туда накончали? Нет, скорее всего, это просто. Блять, чего это кабан? Я чуть не пересрался. Там кабан такой, типа, чик, чик, чик. Чик-чик. По кайфу он живет. Чик-чик. Так. Значит, что у нас тут вообще есть? Блять. Не знаю, тут только болото, кека. И все. Больше. Так, значит, экскурсия по этому болоту. Значит, это болото кека. Значит, посмотрите направо. Там нихуя. Посмотрите налево. Там нихуя. Ой. Какой-то нетолерантный, сука, мразь. Блядина. Беги в лагерь, блядина. А я тут поставлю капканы. Давай. Бля! Ты умер? А? Ты умер? Блять! Крейг, сука! Крейг, ебать, Крейг! Ты же Рейк убил? Нет, не убил. Блять, я теперь капканы ебаные ставить не могу. Иди сюда, поставь капканы, пожалуйста. Блять, не возьми, а поставь. Как поставить? На 4 нажми. А. Во, заебись, поставь вообще вокруг этого дерева ебаного. С другой стороны. Не, вот тут не ставь, вот именно вот тут, где я стою. А. Вообще, чтоб заебись. Значит, там я убираю тут. Не-не-не. Еще надо? Да, ставь. Не жалей. Знаешь, представь, что ты, короче, шашлыки ебошишь. О! Во, давай. Работай, блядь. Заебись. Шашлыки — это охуенно. Да, согласен. Кто согласен, ребятки, плюс. Лайк. И там это лайк, палец вверх, там, вот. Потому что шашечки — это охуенчик. Все. Все, пошли в лагерь. Все, не пожалели мы шашлыков теперь. Да. Да и вы не пожалеете ничего там. Да, и вы тоже лайка не пожалеете, подписки. Да, а то мы просто потом битчик кушать не сможем. Наверх. И смотри, я буду, короче, за камерой следить, да? А ты целься туда, куда мы камеры. А, бежит, сука! А, попался, ебать, к нам бежит в лагерь! Пидорас! Не вижу. К нам в лагерь бежит пидорас! Слушай, я не вижу его. Не, я на камере его видел, я хуй знает где. На камере? Подожди, я как-то... А, отсюда же, блядь, по камерам может сидеть. Он куда-то их слышит, в нашу сторону. А, блядь, опять бежит на камеры! Да, вижу. Отхуярился от этой. Блядь. Слушай, я не вижу, камера наша там где? Вот камера нулевая, и смотри, направо повернись, сейчас он оттуда побежит. Это пиздорам, бро. Блять, пиздорам было. Охуенно просто. Пиздорам было. Пиндра. Сейчас смотри, сейчас он припиздошит сюда. Давай я смотрю. Нулевую камеру смотрю. Да, ну нулевая. Которая в лагере. Да. Чё-то нихуя. Ну ж. Не, в смысле, который в лагере. Вот это вот. Ну, блять, ну, на камере. Которая около клетки с кабаном. Так нет, блядь, в смысле, смотри, вот вниз поверни, и тут старт вотчин. Я не вижу. Блядь, как я не вижу. У меня нету никакого. Вот на вот эту пимпочку встань, где я, и вот так. Давай, вот. отойди. И поверни сюда, и вот видишь, тут надпись появляется. Нет, у меня ничего не появляется. Блядь, как нет, нахуй. Вот я стал на пимпочку. Вот сюда, и смотри вниз, вот, и вниз смотри. Давай. Сюда, блядь, рядом с локатором. И вот рядом и води, и води, так знаешь? Да я вожу как этот, блядь. Как эхо-локатор, блядь. Ты, блядь, необучаемый. Сань, на вот эту пимпочку, я вот так лучше там зайду. Так будет проще. Ну ладно. Сейчас, где тут? Так, нулевая камера, да? Но она одна. Да, нулевая камера. Так, я кажись, так, подожди. А, блин, ну слушай. Бежит, сука! Бежит. Оп, на нахуй, отхуярился. Да. Рейк, сука. Заходи в камеру, смотри. Убежал, говно, Рейк. В смысле? Ну, я это освободил аппарат тебе. И что, я как бы тоже могу смотреть? А, да. Я через крышу смотрю, понимаешь? Да я понял, что ты
ехал Гриша через Гриш. Бля, опять попался, ебать, я обосрался. Беги оттуда. Страшно, просто. Да не было там рыка, что ты орёшь? Просто страшно, знаешь. Магазина, мразь. А, кстати, вот насчет этого, блядь, Версус, Ларина и Хавана, да? Ларин соснул, этот псевдоинтеллектуал. Извините, кто его фанат, я не хотел вас оскорблять. Просто он подает плохой пример своим подписчикам. Да, вообще. Вот, короче. Слушай, а где Рейк? Я не вижу Рейка. Ты хуй его знает. Рейк. Не, Рейк. Где же мне тебя искать? Ой, твою мать. Рейк. Ой, я, слушай, зевнул что-то. Так, блин, а я... Я не вижу этого черножопого хера. Черножопый, ты чё, расист? Да. Пиздец. А я негр-админ, вот же, блядь. Вот бывает, Витя. И какого хуя мы с тобой записываем ролик? Все, это... Ебать, у тебя стекло. Ты чё там, блядь, шагаешь, ты? Анонимный Майкл Джексон, блядь. Тум. А можешь, короче, повернуться спиной к этому и идти, да. Сука. Блять. Че ты ржешь там? Шагает нахуй. Смотри, вот я сейчас смогу. Выйдите, смотри. Ну. Тунц. Иу. Тунц. Иу. Иу. Тунц. В ожидании Рейка. Ну, Рейк какой-то он хуейк, если честно. Я в листике прыгаю. Я реально не вижу, у меня ничего не написано здесь. А во! Чё? Во, написано, всё, нормально, я камеру смотрю. И ты, блядь, как Майкл Джексон, ногами своим перебираешь. Тум. Ебать, у тебя с тобой, блядь, приступы, нахуй, эпилепсии случились. Серьёзно? Ты дёргаешься весь, как будто ты, блядь, героиновый наркоман. Не вот, правда. Чуваки, смотрите, это просто ходячая реклама, антиреклама, блядь, героина, вот. Просто, вот на телек вот этого... кастрюлю запульнуть, и, блядь, сразу наркоманы исчезнут. Пиздец, вы посмотрите на него, он же, ёпта, дёрганый. Слушай, а так я бегаю? Нихуя ты не бегаешь, ты, блядь, дёргаешь ногами, как, блядь... А сейчас дёргаю? Нет, как ебанах. И, блядь, если посмотреть на твою пиксельную тень, то такое ощущение, что какой-то Айзек Кларк, блядь, ебёт некроморфа. Как будто Айзек Кларк, знаешь, ебёт некроморфа. Да. Из Dead Space. Это ж невозможно. И, блядь, у тебя как будто пузо, блядь, выросло, сука. Я это на превью, пожалуй, поставлю. У Хованского? Да, как у Хованского. Слушай, и чё, как? Чё, ёпты, не пугай меня, ты, блядь, ты Фантомас ебаный. Слушай, а мы с тобой... у нас с тобой одна моделька? Да, у нас с тобой одна моделька. Так же стрёмно я выгляжу. На самом деле нет. Ну, как террорист. Ну, блядь, да. Давай, я прыгаю. Я всегда думал, что вот это, короче, вот это... Я думал, что это костёр. Почему? Думал, что это мангал. Какой нахуй мангал? Вы чё? Вы с Эмеральдом на пару ебанутые? Опа. Эмеральд хуй. Согласен. Эмеральд хуй. Так, и ты отсюда не выйдешь, потому что я так сказал. Маслину словил! Бля! Бля... Слушай, давай в Сталкер онлайн как-нибудь поиграем. Блядь, ты ебанулся? Чё? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Чё там вообще фигня? Да, блядь, что ты хочешь от фри-ту-плей игры? Нет, серьезно. Да говно ссаное. Ну попробуем. А там вообще вместе можно там убивать монстров, я? Монстров? Там, блядь, не монстры, там такие монстры, которые, блядь, я утром нахуй в туалете делаю, блядь. Гомункулы ебаные. Гомункул фейк. Что ты против гомункула имеешь, паскуда? Понимаешь, я сру такими монстрами, как в той, блядь, игре Stalker Online. Утром. А,
Ну, это меняет дело. Ну, а по вечерам я еще нормально сову. Господи, ты там стоишь такой? Да я ловлю Рейка Крейка. Ты хули пристроился, мразь? Ты шуш. Такой, ты хули пристроился, брат, ёба-ёба. Слушай, я Рейка не вижу. О, Во, вижу! во, Видел. всё, попался, сука, ебаная. Да. Ну-ка, стоп, давай побежим туда, он на капканах наебенится, и мы его расстреляем еще. Давай. Становись, короче, за эту, на капканы не попадись, главное. Во, вот так, где я, становись. Ща там мразь, бледина это побежит и наебенится на капканах. Рука, Блять, не то взял. блядина. Все, ждем эту бледину. Давай. Ну и где он? Ждем. Ждем. Давай выстрелим. Давай. А если в капкан? Ебусь. Ебусь. А, и он закрылся такой. Из двухстволки. Ебусь. Ебусь. Так возьми снайперку. Бля, маслину поймал. Поймал? Стоп, Ты а смотри, поймал? а переключи на снайперку, а? Ну вот. Переключил? Ну вот снайперка. Блядь, странно, у тебя все еще двухстволка в руках. Вот сейчас двухстволка. Можешь Вот сейчас бинокль взять в снайперка. руку? Бинокль. Бинокль. А это какая клавиша? Б. Во, теперь ты бинокль взял, заебись. Заебок. А у меня в руках показано, что камера. Пять камер, короче. Не, это показывается, сколько у тебя вообще камеры. Камера на С вообще. А, нет, Б. на 3, на 3. Блять, учим нахуй бинды. У меня хорошо. Ты ваномас. Фантомас. Где Рейк, сука? Ну, давай, не знаю. А. О! Ой, Попался, хорошо. сука, А на... пошли Всё, за ним. нет, стой, стоим, стоим, еще он наебенится снова. Думаешь? Да? Он тебя так пизданул хорошенько. У тебя аж волосики начали это двигаться. Волосики? Волосики. Волосики? Ты, блядь, человек-куст нахер. Ты задолбал по моей залупе стрелять. Это вообще-то... Что? Ой, Ебать. я не знаю. Сложно, сложно, Мне блядь. показалось, ли мой персонаж кончил себе на лицо? Реально, что это, блядь, было? В смысле? Он такой, вот посмотри просто, не, иди сюда. Вот посмотри просто, смотри. Нет, еще раз. А, ну да, такой белый какой-то. Какой-то белый вот. Это игра про педофилов каких-то. Да где Рейк Крейг? Крейг, у него вообще, видишь, А, мало один. ХП Да. осталось. Надо было за ним все-таки побежать. Он не возвращается второй раз, понимаешь? Когда его ранили, он не возвращается. Сюда побежали. Да как, где он? Не знаю, там удохаем его где-нибудь. Ну давай. А ты где? Я в лагере уже. Блин. Чбэнь, чбэнь, Подожди. А, чбэнь. все, вижу, бегу. Че, дурак, что Че, обосрался? Нет. Печально. Жизнь боль, да? Да. Жизнь боль, когда над твоими шутками не обосрались. Ну, блядь, ну и где этот залупа сранец, а? Хороший вопрос. А Я тем бы... временем я возьму камеры, которых, сука, нет. Где я залупа сранец? Пойду в поле ночью с конем. Сука, ты чё пугаешь, мразь? Мразь. Мразь. Где? Мразь! Да я Давай по не камерам знаю, смотрим. где он. Он, походу, сейчас специально время снуть будет.
Такой пидорас. Рейк, чё? Ты чё такой пидор? Ты чё, блядь, охуел? О, я тебя вижу. Да ну нахуй! Потанцуй. Давай, сделай Майкла Джексона. Давай. Ты чё, умер? Я, блядь, сдох. От чего? Я наступил на капканы. Да выебывался, называется. Я с тобой иду. Давай, я сдох, короче. Да я знаю, что ты умер. Ебать, смотри, как я улегся, пиздец. Да, ты так лежишь хорошо. Чё у меня на спине написано? Your... Your... Чё, lose? Или да. Чё? Да? А может и нет? Не, надо посмотреть. Сейчас, у тебя... А, 10... your logo, logo, logo. Это что такое лого? Ну, логотип. А. Блять. Знаешь, мой персонаж как будто остолбенел. А в смысле, раньше... Дали... Подожди. Если ее лого, значит, в будущем можно будет логотип добавлять, что ли? Наверное, вот это пиздато будет. Так. А, че? Еще смотри. Че, смотри маска прикол, поменялась. Там еще. Да, маска. И эти, и ботинки. Красные. А в чем прикол? Сложный прикол, блять, я наебенился на капкане. А где Рейк? Ну ждем Рейка. Давай, хорошо. Просто ему вообще ничего не осталось. Рейку этому. Да Рейк вообще хорошо живет, по сути. Да, блядь, чё ему, живет в лесу, трахает кабанов, чё? А сейчас бы Рейк обиделся, на самом деле. Почему? Потому что... На правду не обижаются, понимаешь? Ну так-то да. Пошли. Блин, ты так лежишь, как овощ. Почему как? А, ну да, ты овощ. Пойдем. Обидно было. Да ладно тебе, не обижайся. А! Чё? Крейг? Там, блядь, звук был такой... Знаешь, как будто оргазм получает. А, это тот мужик-то? Не, это не мужик, это именно Рейк орёт. А, да? Да, потому что когда мужик орёт, там такой... А, блядь, бежит на меня, пиздуй! Я тебе биноклем захуярю! Рейк бежит? Да, он меня отпиздил. Я ещё тебе биноклем захуярю, иди сюда, мразь! А где ты? Короче, я бегу к трупу. Блять, я потерялся, заебись. Я тоже потерялся. Во, я в лагере, слышь? Бегу. Давайте поможем кастрюле найти Нейзи. Ебать, нашел... он наебенился. О, еще, да. Ну что так мало-то, интересно? Все, у него сейчас мало, вообще нет хп, просто у него пукнуть, и он развалится. Да. Еще немножко совсем. А я, короче, в центр войду, блять, так как сатана, знаешь, ёпты. Озимасу. Если он тебя захочет ёбнуть и пробежит. Не, он меня захочет. Стой. Он меня захочет ёбнуть, короче. Спрячься в кустах. Он меня когда захочет ёбнуть, он такой, оп, ща я тебя трахну. И такой бум, капкан, блять, и подыхает, сука, ебаная. Может, не в лагерь лучше уйти? Ну, как хочешь. Я пошел в лагерь. На прощание. Прощай. Ебусь. Ой, ебать. Я думал, что это? Your logo here. Че, а зачем вот там маска добавляет? Че, в чем прикол? Да хуй знает. Не, маска, она типа... А, вот, бежит. А, всё. Он сдох, нахуй. В такой... Он как солдатик, блядь, упал. Блин, это пиздатый скрин. Я даже заскриню это. А мы с тобой кто? Мы пиздатые пацаны. Мы затащили, ребята. Спасибо за просмотр. Смотр! С вами был... Нейзи! И полковник... Кастрюля! Бля, у меня аж спина затекла. Спасибо. Пока-пока, ребята. Пока. Бля, он как солдатик упал, знаешь, посмотри в этом на видосе. Ладно, давай, пока-пока.